Марина Корющенко. Андрей Андреевич, добрый вечер. Вы очень хорошо выглядите, помолодели лет на 15. Замечательный пример для нас. Я принимаю препарат Молодила. Мне он очень нравится. На фоне приема препарата Молодила я помолодел. И принимаю препарат Чай Тутус. Мне очень нравится. Ну и, конечно же, плюс еще в том, что я очень активно занимаюсь физическими упражнениями. То есть я активно занимаюсь, делаю это ежедневно. То есть по-другому я взял себя в руки. Когда зимой этой я читал семинар программирования Нового года, я там весил в это время 111 килограмм. Сейчас я взвешиваюсь, и сейчас мой вес составляет 97. Получается 111 минус и 97, это получается 14 килограмм. То есть между Нового года и этим днем сегодняшним у меня произошло снижение веса на 14 килограмм. Вместе с этим улучшился слух, улучшилось зрение, улучшилось самочувствие, улучшились отношения в семье и так далее. Что я обычно делаю? Я, как каждый человек, конечно же, не люблю никаких физических упражнений, но нужно. Поэтому я обычно не занимаюсь там культуризмом и всем остальным, сажусь на велосипед или на беговую дорожку, засекаю час или там засекаю час 20 минут и просто бегу или плаваю.